Гафур, привет, я очень рада видеть тебя уже второй раз за выходные. Слушай, Гафур, у меня к тебе будет такой вопрос. Скажи, пожалуйста, знаешь ли ты таких исполнителей, как Димаш? Такого исполнителя, как Димаш? Димаш Кудайберген, да, знаю. Ты подписан на него в Инстаграме? Да, подписан. А что тебе нравится в его творчестве и почему? Если честно, я в Ютубе наткнулся на видео, где он поет песню Витаса. Он там так спел, например, три тона выше спел. Я просто увидел, сказал сам себе, талант. Вот это вот талант, да. Я слушаю иногда его, как тебе сказать, спокойные треки. Ну, как тебе сказать, ну, по настроению я его слушаю, но не фанатею. Ну, типа, нету такого трека. Скажи, а вы лично с ним общаетесь, дружите? Может, как-то созваниваетесь, например? С Димашем? Нет. Нет, просто слушаю и все. Да. А теперь такой вопрос. Скажи, знаешь ли ты такую группу BTS? Да, знаю. Какое у тебя мнение по поводу этих ребят? Ну, где-то 6 или 7 пацанов, которые похожи друг на друга. Все только цвет волос отличается, а так все одинаковые, типа, артисты. Ну, они очень популярные, насколько я знаю. Да, очень сильно популярные. Ну, вот. Скажи, а сами их треки, как тебе нравятся? Может быть, нет, ты там слушаешь? Типа, стиль кей-попа я не так уж люблю, если честно. Да. Вот, ну, 50 на 50. Как, ну, я как тебе объяснить? Я меломан, я треки слушаю по настроению. Да. Ну, давай теперь немного поговорим о тебе. Что со второй половинкой? Ну, как тебе объяснить? Ну, мы пока... Ну, естественно, это очень сложный вопрос, ребят. Ну, нету девушки. Нету, ну, еще не встретил. Ну, мы сейчас последнее время только песни пишем, работаем, но пока что не выходим на свет, как тебя объяснить. Ну, весь в работе. Вот из-за этого, я думаю... Гафур, да, прости, что тебя перебила. Скажи, пожалуйста, какие качества вот ты ценишь в девушках? Что тебе в них нравится? В них... скромность, вежливость, да, доброта, забота и внешность привлекает меня. Скажи, а много девушек вообще сейчас пишут тебе в директ и пытаются как начать с тобой общаться? Да нет, ну фанатки пишут, говорят то, что треки очень нравятся, им как тебе по душе слушать. Ну, такого нету, типа, привет, давай познакомимся. Нет. Ну, я постараюсь всем подписчикам, фанатам отвечать. Слушай, а если появится вот такая вот девушка-фанатка, которая реально тебе напишет, Гафур, привет, ты мне очень нравишься, попробуешь ли ты с ней пообщаться? Ну, конечно, если она мне понравится, если что-то получится при общении, ну, почему бы и нет. А важна для тебя внешность? Конечно. Какие критерии твоей идеальной девушки? Давай. Вот несколько критериев вот идеального вот этого женского образа. Сейчас. Большой бюст? Да нет. Да нет. Почему? Да нет. Ну, как тебе объяснить? Самое главное, я когда знакомлюсь с девушкой, например, допустим, я обращаю внимание на манеру общения, как тебе сказать? Как объяснить? Ну, не знаю. Давай по-другому. Как тебе моя манера общения? Девчонки, слушай внимательно. Моя манера. Прикольно. Мне нравится. Давай поздравим наших зрителей с наступающим праздником, да, и пожелаем море любви. Да. Всем привет, меня зовут Гафур. Я хочу пожелать влюбленным много любви, всего самого наилучшего, счастья, здоровья, благополучия. И всегда слушайте хорошую музыку, именно нашу музыку.